Мусорные баки переполнены, пакеты и обертки лежат прямо на земле. Контейнерная площадка не убирается уже 2 недели. Именно так весьма неприятно обстоит ситуация с вывозом твердых бытовых отходов на улице Гаражной в поселке Ворошиловка. Местные жители недоумевают. Они оплачивают счета в приходящих квитанциях по услугам ЖКХ регулярно. Но мусорщиков из обслуживающей организации «Экосервис» на специальных уборочных машинах они видят лишь периодически, точнее, очень редко. А совсем недавно телефонным звонком жителей и вовсе уведомили, что «Экосервис» вообще перестает обслуживать их дома. Когда я позвонила в компанию «Экосервис», это я потом уже выяснила, что они от нас как бы еще не отказались, но уже в процессе они отказываются от нас. Там мне сказали, что они нашу улицу вообще не обслуживают. Совсем. И мусор они у нас не вывозят. Но, тем не менее, в квитанциях по оплате нам регулярно присылают, начисляют вот эту вот по тарифу оплату за вывоз ТБО. Мы платим за ТБО. И сейчас, да? И сейчас платим за ТБО, но у нас его не забирают. В общем, ситуация с вывозом мусора с улицы Гаражной весьма печальная, но характерная для современности. Люди платят деньги, необходимую услугу им не оказывают. Как быть дальше, совершенно непонятно. Кстати, вывозящая мусор организация «Экосервис» уже несколько раз попадала в подобные ситуации. Например, в феврале мусорные баки стояли переполненные в микрорайоне Кальном. В марте это же случилось в Конищево. Сейчас вот получается, что настал черед Ворошиловки испытывать неудобства из-за халатности или нераспорядительности коммунальной службы. В общем, жители настроены решительно. Они намерены обращаться с коллективными жалобами в прокуратуру и суд, чтобы привлечь к порядку нерадивых мусорщиков.